Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам. Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которому наделила вас природа, это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины – какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми. Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни. Продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений. А бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций. Сегодня в России семья, ее интересы, запросы в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства. Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев. Вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой. Переживают за всех наших бойцов. Помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне. Дорогие женщины, вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач. Добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах. Поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог. Как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С Международным женским днем! Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам. Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которому наделила вас природа, это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми. Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни,
продолжение рода, история каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений. А бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций. Сегодня в России семья, ее интересы, запросы в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства. Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне. Дорогие женщины, вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач. Добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах. Поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог. Как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С Международным женским днем!